Подразделение, отделение, 10 человек имеет на своем вооружении вот в Великой Отечественной войне было оптимальное подразделение. Это 2 человека с винтовкой Мосина, пулемет Дегтярева, 3 человека с СВТ-40 с автоматической винтовкой и 2-3 ППШ, ну и командир отделения. Соответственно, как работает отделение? Из начала атаки пулемет прикрывает, значит, винтовки начинают издалека. Они тоже как бы перекатами идут. С автоматами люди не стреляют, потому что у них дальность там 100 метров, не больше. Пулемет прикрывает, с винтовками перекатами идут в наступление. Перед последним броском, значит, там в 10-20 метрах от рубежа бросаются гранаты. И вот здесь как бы наступает очередь автоматчиков. Когда дальность близкая, но скорострельность высокая, соответственно, они бросаются уже в траншеи и начинается зачистка. Вот. А им уже помогает пулемет, который переходит на дальние цели, оставляя ближний вот рубеж боя автоматчиком и с автоматическим оружием. Пулемет всегда прикрывают люди, которые вот с трехлинейками. Ну вот как бы вот такие действия а были. Там, пистолеты это вообще? Для того, чтобы Марк, командиру. Запускай пока мелодию. Пистолет это власть. Всего-навсего. И последний патрон, чтобы застрелиться. Ну, пистолеты еще у пулеметчиков, когда. Ну, то есть это личное оружие, как бы последний шанс.